папой получается, смехота вот такая вот. Да, Лёвочка, я с тобой разговариваю, а ты присыпаешь. Да. Говори, говори, давай что-нибудь. А потом еще Ангегуси у бабуси. Все, да? Жили у бабуси. Да не надо, не надо, не надо, Оксана. Ну хорошо, да, а то у него и мы вот как бы вот. Думали и думали, да, что да, ходили, ходили. Лёвушка моя, давай назад теперь, давай. Вот Лёва вырастет, он будет модником у нас, под разговор Лёва у нас засыпает лучше всего. Он только вот слушает, глаза раскрывает и понимает, Лев, давай еще раз то, что... Лёва, да! Сейчас все мы уснём, что-то надо еще понять. А давай же, назад. Без разговора. Давай назад, Кися, давай назад. Нет, он требует, чтобы разговор был. Он без разговора не хочет. Не убаюкивается. Лодки. Я не знаю. А Лёвина поколение девушек будет, да. Ходить же, вообще в купальниках, да. И еще же обещают потепление глобальное. А в чем еще ходить, Лёвочка? Только в этом, в купальниках. Вот, вот Лёва заснула, теперь будет спать и видеть, как ходит кто-то в купальниках. Кися.